Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас первая реакция из Германии на нашем канале. Всем приятного просмотра. Добро пожаловать на мой канал. Очень рада вас всех видеть. Я надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня я хотела бы послушать одного очень-очень непростого певца. И говорят даже, что он самый лучший певец в мире. Этот молодой человек из Казахстана. И зовут его Димаш. И сегодня мы послушаем его песню под названием SOS. И мне очень интересно, правдивы ли эти слухи? Как вы видите, все ждут, не дождутся его выступления. Возможно, это какое-то китайское реалити-шоу. Ну что ж, начнем. Вот это мурашки. Интересно, какой у него вокальный диапазон? Его голос невероятно динамичен. И весь прикол в том, что он может брать как и низкие ноты, так и очень высокие ноты. Хоть это и только началось, но я должна сказать. Это голос, который пробирается под кожу, разбудил всех моих мурашек. Что это? Йохан Драйзер. Хочу признаться, я люблю оперную музыку. Но я должна сказать вам, что до сегодняшнего дня никто из представителей нового поколения классических оперных певцов так и не очаровал меня. Но вот это выступление впечатляет. Я могу слушать это каждую ночь перед сном. Каждую ночь. Это так мощно, но в то же время так спокойно, гармонично. И что самое безумное во всем этом? Он умудряется создать некую связь с помощью своего голоса. Как же лучше сказать? В общем, мне не обязательно видеть его. Мое сердце принимает его, просто слушая.
Это попадает прямо в сердце, потому что в его голосе так много эмоций, сплетенных в одну историю. А в наше время это очень-очень большая редкость. У них же у всех это на лицах написано. Никто не верит тому, что сейчас происходит на сцене. Никто. Полный Алис Капут. Мне больше и сказать-то нечего. Je vis pourquoi je meurs pourquoi je ris pourquoi je pleure j'ai quoi comme les autres vérité notre monde Dastis fantastis. Невероятно. Это умопомешательство. Откуда в нем столько голоса? Димаш, если ты случайно увидишь это видео, будь добр, объясни нам, пожалуйста, откуда у тебя такой голос? Люди так не поют. И все не знают, что сказать. У всех только... Ни у кого нет слов. Он оставляет всех с упавшей челюстью. Я думаю, это хороший знак. Если у тебя нет слов, чтобы описать что-то, получается все это на уровне чувств, так как в этот момент твой разум отключен. И я думаю, это как раз-таки то, что переживает человечество в последнее время. Мы все настолько заняты нашими ежедневными проблемами и заботами. Но именно вот в такие моменты мы и должны жить. И мы должны быть благодарны тем людям, которые своим искусством отправляют нас в это путешествие, по этим чудесным моментам. Удивительно. Я тронута и признательна. Я никогда не слышала что-то, что можно было сравнить с этим. Теперь я понимаю, почему все говорят, что он самый лучший певец в мире. Хотела бы я знать, сколько у него октав. Сдудеть можно. Мы преклоняемся перед тобой. По всей видимости, китайская публика ошарашена. И я ее понимаю. Молодец.
Я сейчас такая счастливая. Какое благословение для моей души. Это того стоило. Мне больше нечего сказать. Вот что сюда еще добавишь? Единственное, что я могу сделать, так это плакать от счастья. Всем спасибо за внимание. Извините за паузы, так нужно было сделать. Подписываемся на Аню, у нее есть еще и другие реакции на Димаша. Всех люблю, всех обнял. Пока!